Если вдруг вы потеряетесь во Вселенной, то имейте в виду, что не все знают, где находится планета Земля. Поэтому вам необходимо запомнить наш адрес. Сначала спросите, где находится сверхскопление галактик Ланиакея. Потом в Ланиакея вам надо найти сверхскопление Девы. В ней нужно отыскать нашу галактику Млечный Путь. Потом здесь вам надо определить рукав Ориона. Ведь именно там расположена наша Солнечная система. И все, дальше уже не стоит труда найти планету Земля. В принципе, ничего сложного. А теперь более наглядно покажем вам, как выглядят размеры всего того, что окружает наш дом Землю. Помните об этом и не теряйтесь. Луна. Меркурий. Марс. Венера. Земля. Нептун. Уран. Сатурн. Юпитер. Солнце. Вега. Арктур. Бетельгейзе. Юайщита. Черная дыра. Планетарная туманность Кошачий глаз. Планетарная туманность Ориона. Созвездие Омега Центавра. Наша галактика Млечный Путь. В нашей галактике, которая называется Млечный Путь, находится примерно 400 миллиардов звезд. И наша галактика не самая крупная. К примеру, в соседней галактике Андромеда расположены более триллиона звезд. Всего во Вселенной таких галактик, как наша галактика Млечный Путь, более 100 миллиардов. И это только то, что наблюдают или рассчитано из того, что видно по телескопу Хаббл. А в заключение скажу, что если вам станет грустно от суеты, будней, тяжести бытовых проблем, то просто поднимите глаза на небо и взгляните на свои трудности в масштабе Вселенной с многочисленными галактиками и невообразимыми размерами, где даже понятие «огромный» теряет смысл, растворяясь в потоке астрономических единиц. Да, наши якобы огромные проблемы – это лишь маленькая песчинка. Поэтому просто поставьте лайк, оставьте комментарии, подпишитесь на канал Хуан ТВ и продолжайте жить, не обращая внимания на временные трудности.